большой привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свою уходовую косметику. Если вам интересно, то смотрите видео до конца. Желаю всем приятного просмотра и прекрасного настроения. И первое, что я хочу вам показать, это шампунь, который я вчера купила в магазине «Пятерочка». Он шел по скидке где-то 240-230. Шампунь для сильно поврежденных волос. Вот я вам поближе покажу его. Я уже сегодня его попробовала. Хочу сказать, что пенится он замечательно. Я буквально немножко взяла шампуня, и пены было достаточно много, поэтому я думаю, мне его хватит надолго. Волосы действительно очень мягкие и хорошие. Я их высушила феном, то есть просто замечательно. У меня в последнее время стали они очень сильно выпадать. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что наступила весна, не хватает витаминов, но ничего не помогает, я и маски делала, никакого толку абсолютно нет. Думаю, может, все дело в том, что я мою голову не тем шампунем, я решила попробовать сменить на Пантин. Пока что я довольна, ничего плохого сказать не могу. Следующее, что я вам покажу, это бальзам-ополаскиватель. Органовое масло. Я его также купила вчера в «Пятерочке», шла по скидке. Очень приятный запах. Мне очень понравился, прям вот супер. Достаточно большой объем, 275 миллилитров. Просто замечательно. Я сегодня также нанесла его на влажные волосы. Где-то минутки на 2, на 3 я так всегда наношу. Главное, смотрите, наносить не от корней, а сантиметров 15 отступая, это обязательно так надо. И еще один такой маленький лайфхак, полностью не смывайте, то есть не пытайтесь вымыть бальзам полностью своей головы, этого делать не надо. Просто смойте тепленькой водичкой не до конца, и волосы будут очень гладкие и послушные. Пока что я тоже очень довольна, мне очень понравилось, так что всем советую. Итак, следующее, что я вам покажу, это лосьон термозащита от капуз. Это просто самое лучшее, что я вообще видела из термозащиты, чем я пользовалась. Вот я этот пузырек купила полгода назад. Здесь 200 миллилитров, и хочу сказать, что я им пользуюсь до сих пор, и у меня еще где-то вот столько осталось. А пользуюсь я постоянно, потому что волосы я сушу только феном, так как у меня кератин, а его надо сушить феном, чтобы хватило подольше. Цена такого пузырька 450. Хочу сказать, что я его покупала в магазине «Профессиональная косметика», но я думаю, что можно найти не только в ней это средство. Очень хорошее, действительно защищает волосы, приятное на запах. Мне очень понравилось. Следующее – это вот такая вот маска для лица. Я ее покупала в магазине корейской косметики. Вообще, я очень люблю корейскую косметику, она действительно крутая, начиная от декоративной косметики, заканчивая уходовой, просто супер. Глянцевая маска «Трансформер» с древесным углем. Я наношу ее один раз в неделю. Она действительно очищает кожу, убирает черные точки, по крайней мере, делает их минимум заметными. Покупала я, наверное, месяца два назад, и еще пол пузырька у меня есть. Тоже очень экономичная. Вот она имеет оттеночек. Очень хорошая. Цену не помню, но я покупала по скидке, по-моему, за 550. Ну, знаете, ее хватает надолго, поэтому вполне нормальная, доступная цена. Покупала я ее в Panda Shop. Очень хороший магазин, там есть замечательные филлеры для волос, которые я вам покажу сегодня. Просто моя любовь, я очень люблю корейскую косметику и всем ее советую, так же, как и белорусскую. У меня очень много косметики белорусской, и тени, и туши, и скульптор. Кому интересно, напишите в комментарии, я обязательно покажу все на себе. Могу сделать макияж, так что если вам это интересно, то обязательно пишите в комментариях. Итак, мои любимые филлеры, я думаю, многие про них слышали, они достаточно популярные, потому что супер крутые, просто
Класс. Вот, смотрите, такие вот филлеры. Они есть в голубом и сейчас вышли в красном цвете. Новые, ну, я привыкла пользоваться этими филлерами. В панди-шоп их можно купить за 130 рублей. Но если поискать в других магазинах корейской косметики, даже можно найти и за 100 рублей. Филлеры просто замечательные. Я их использую один раз в неделю. Но иногда, когда мне бывает слишком лень, либо куда-то спешу, нету времени их использовать, я пользуюсь раз в 2 недели, в 1,5 недели, всегда по-разному. Хочу сказать то, что эти филлеры делают волосы очень мягкими, послушными, волосы не пушатся, никуда не разлетаются в разные стороны. То есть филлеры просто волшебные, действительно много хороших отзывов я читала и сама оставляла отзыв об этом филлере на своей странице в Instagram. Так, ну, хочу сказать, как ими вообще пользоваться. Для начала мы моем голову, шампунь, как обычно. Не используя маски и бальзамы, мы смешиваем филлер с водой 1:1 и перемешиваем до пенки. То есть минутки 2-3 мы перемешиваем. Далее, мы когда помыли волосы шампунем, мы должны их подсушить процентов на 40, чтобы они были сухими. Далее мы берем эту смесь, получается, отступаем немножко от корней и наносим вот этот филлер, смешанный с водой, на волосы и укутываем в полотенце или в термос-шапку, если она у вас имеется. Я просто беру пакетик сверху, надеваю шапку и, в принципе, все. И хожу так минут 30. По желанию можно подсушить феном. Ходим так минут 30. Далее я просто смываю без бальзама, без шампуня, без ничего. Просто смываю и смывайте не полностью. Так же, как и с бальзамом для волос, полностью не смывайте. Не пытайтесь тщательно вымыть голову, там, как мы смываем шампунь. Смывайте не до конца. Процентов на 80 смойте, на 20 оставьте. И все. И по желанию можно высушить феном, либо оставить, чтобы они сохли сами. Совсем недавно мне подружка посоветовала очень крутой крем для лица. Вообще, этот крем идет для ухода за кожей Bora Plus. Я думаю, многие слышали о нем. Вообще, оно идет не предназначено для лица. Оно восстанавливает поврежденную кожу, успокаивает раздраженную кожу, увлажняет и защищает кожу и губы от сухости, успокаивает после бритья. Но я его использую немножко не по назначению. Каждый вечер и перед макияжем я наношу его на лицо. Сверху уже идет тональный крем. Честно говоря, это настолько крутой крем, что тональный даже вам может не понадобиться. У меня никогда высыпаний не было, но у меня неровный тон кожи, поэтому я пользуюсь тональным кремом. Но этот крем чудесный. Он просто выравнивает кожу. То есть даже нет необходимости использовать тональный. Да, крем немного жирноват. В этом его единственный минус. Также этот крем есть с запахом, есть без запаха. Запахом я не покупала и говорят, что лучше не надо, так как там настолько приторный запах, что некоторым становится плохо. Поэтому я взяла без запаха. В аптеке он стоит за 179, 50 миллилитров. Ну, просто шикарно. И еще одно мое самое любимое средство, которое стало недавно моим фаворитом, это активная сыворотка для волос. Как я уже вам говорила, у меня стали часто выпадать волосы и очень сильно, с чем связано, я не знаю. И я решила попробовать купить сыворотку. Покупала я ее в белорусской косметике. Сыворотка действительно очень хорошая. Вот так вот она выглядит. Очень удобно то, что у нее есть пипетка. И очень удобно наносить на волосы. Каждый раз после того, как я помою голову, я наношу на сухие волосы. Можно наносить на влажные, можно на сухие. На коробке об этом не указано. Главное, на чистые волосы. Я наношу посередине проборчик, делаю пробор сбоку, сбоку. И мне одной пипетки хватает. Пользуюсь я уже 1,5 месяца, и хочу сказать, что сыворотка очень хорошая. Волосы становятся гладенькие, ухоженные, блестящие. И, как я заметила, они стали у меня подлиннее. Но единственное, что от выпадения она мне пока не помогает.
Возможно, надо делать что-то еще в комплексе. Я пыталась пить витамины, но, к сожалению, витамины мне не очень подходят, мне становится от них плохо, поэтому витамины я пить не могу. И, насколько я знаю, сейчас действительно хороших витаминов для волос в продаже нет. Были когда-то, но с продажи их сняли. Я делала никотиновую кислоту, втирала месяца три. Она действительно мне очень помогла, это очень хорошее средство. Вы покупаете просто обычную никотиновую кислоту в аптеке и каждый день по 3 ампулы втираете. Волосы действительно становятся длинные просто моментально. Но я перестала делать ее месяц, я делала эту процедуру 3 месяца. И вот с февраля у меня стали выпадать сильно волосы. Как бы для меня это очень большая проблема, потому что я хочу себе длинные волосы, я пытаюсь за ними ухаживать, но у меня на волосах есть кератин. Сделала я его, потому что мои волосы очень волнистые, пушистые, я постоянно их выпрямляла, и они из-за этого у меня очень испортились. Но с апреля 2019 года я стала делать кератин. За год я сделала 3 процедуры. Действительно, волосы прямые, как вы видите. Последняя процедура у меня была сделана в ноябре месяце. Но пока что я хочу перестать делать кератин, так как мне нужно вылечить свои волосы.